Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Пьетро Паолини, известные также как Паолино. Итальянский художник эпохи барокко. Родился в Тоскане 3 июня 1603 года. 16-летнего юношу отец отправил на учебу в Рим к художнику Анджело Караселли, где он пробыл до 1629 года, познакомившись с Болонской и флорентийскими школами живописи, работами Караваджо. В этот период Паолино находился под сильным влиянием одного из крупнейших караваджистов Бартоломео Минманфреди и его окружения. В 1629 отправился в Венецию, где прожил 2 года, изучал стиль и технику местных мастеров. В 1631 году Паолино вернулся в Лукку, получив известие о смерти отца, открыл собственную студию, где работал, создав свой оригинальный стиль, писал натюрморты и салонные картины, часто на музыкальные или аллегорические темы, в том числе серии о культуре, науке того времени, астрономии, геометрии, философии. В 1652 году в родном городе Паолино открыл школу живописи «Академия дель Натурале», основанную на принципе искусства от природы, в которой наряду с живописью знакомил учеников с важными течениями естествознания. Умер в возрасте 77 лет 13 апреля 1681 года. Ну вот так вкратце из Википедии о Пьетро Паолино, известного также как Паолино, итальянском художнике эпохи барокко. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.